Был в суде, задавали вопросы по поводу того, что распространял ли дядь Захар там листовки, была ли какая-то неприязнь к власти, готовил ли какие-то он перевороты, там схемы, искал ли оружие, боеприпасы. То есть, ну, естественно, что нет, этого всего не было. И лично мое мнение, что, ну, как сказать, театр, большой театр. Положительный человек, верующий человек, положительный, только все положительное. То есть негатива нет никакого абсолютно. Если бы как бы были бы хотя бы процентов 50-60 людей на белом свете, таких как он, я думаю, нам бы жилось гораздо проще и лучше. Сегодня приезжали в Симферополь на свидетельствование. Ну что скажу. Вопросы, конечно, такие задавали, что книги были какие религиозные, какие. Ну, я сказала, кроме Корана, хотя я даже неправильно его выразилась, Корана, ничего у нас в доме не было. Какие передачи смотрел, как он именно на новости вы смотрите? Я говорю, нет, у нас любимая передача была «Жди меня». Мы не смотрели эти. Ничего он никогда не говорил. Именно про, как сказать правильно, про власти, про ничего, всегда, всегда на работу, с работы, и все, и домой, и мечеть с мечети, больше дома намазы, а так ничего совершенно, ни лишнего, ни плохого, я даже, это правда, от мужа никогда не слыхала.